Ну что, уже снимаешь? Да. Так, ребята, в общем, всем привет. С вами, как обычно, Санек. Вы все просили, чтобы я Санька покрасил, и сегодня тот день настал. Да. Мы заехали в магазин «Мир красок» Саньку подобрать краску. Такой краски не нашлось, специальной. Мы заехали в строительный магазин, там любые краски есть, как говорится, да? Да. Плюс они, ну, кстати, он мне сказал, знаешь что? Просто берешь водой, смываешь, и все. Она легко смывается. Да ты мне сейчас наговоришь. Я тебе серьезно говорю, он мне сказал, водой смываешь, и все. В общем, ребят, купили вот такую краску. Это розовая краска. Специально для Санька. Да, купил скотч, купил кисточку, чтобы Саньку все прокрасить. В принципе, как-то вот так. Ну все, сейчас, короче, это. Выезжаем и едем тебя красить, да? Ну ты доволен? Охуенно, ёпта, блядь. Так, ребята, в общем, все, мы проехали на место. И сейчас будем заниматься... Ну, подготовкой к ролику. Сейчас там Санек в туалет сходит. И будем приступать. В общем, еще раз. Вот такая вот краска. Это краска. Сейчас я вам покажу даже. Открою, наверное, ее. Покажу вам цвет. В общем, вот такой вот цвет. Такую краску мы будем красить. Как мне сказали, это для деревянных фасадов, да, для деревянного забора, короче, и так далее. Краска. Для волос мы не нашли. В общем, я Саньку предложил такую. Он, в принципе, не отказался, потому что он будет стричься на лысо. На лысо будет стричься, и поэтому ему, он сказал, что ему пофиг, какой краской. Купил кисточку, кисточку будем красить, и скотч. Скотч вокруг головы обмотаем, чтобы не испачкаться. Ну так, ну пока я его жду, я открою мороженку. Купил себе такую мороженку. Очень вкусное, обалденно, мне нравится. Ребята, в общем, сейчас наблюдаю такую картину. Вот оно дерево, да? Вы видите? Там вот. Санек сидит за этим деревом. Он не сидит даже, он стоит, нахуй. Он стоит, короче, в туалет по-большому. А там... И там, короче, выходят люди, нахуй. Дед с бабкой сейчас выходит. А Санек раком стоит, тогда их, нахуй. Они сейчас на него стоят. Они сейчас на него вышли, посмотрели, минуты две, нахуй. В ахуе были и пошли дальше. Слышь, Санек, тебя спалили, кстати, ёпты. Ты бы хоть прогинался, нахуй. Стоишь там с голой жопой, ебать, в кустах. Каком? Вот Сашка вот говорит, там бабка шла с дедом, когда я там бля срал. Я говорю, да это все херня, блядь. Был случай такой, блядь, в городе у нас, блядь, на площади нафиг. Это, была осень, блядь. Короче, мужик уже в годах, нахуй. У него плащ такой, блядь, длинный, нахер, блядь. И на площади его приспичило, нахуй. Он прям около елки так сел, нахуй, в этом плаще, нахуй, трусы снял и прохуярил, нахуй, бля. Люди ходят там и куча, нахуй, народу, и да пизды все, бля, ёпта. А ты откуда знаешь? Ну, знаю я, ёпта. Откуда? Видел, рассказывали, нахуй. Я вдалеке на лавке просидел, а там или пацаны гуляли, нахуй, с девкой. Фу, сейчас. Пока кушаю. Пока расскажи, что мы делаем сейчас. Ну, ты же вроде сказал все. Ну, да. Че? Ну, я сказал, ты что, все нормально, все довольно. А мне уже все, уже, блядь, краска куплена, нахуй, ёпта. А уже все, 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 да? Да. Краска хорошая. Ну, она, блядь, там останется дохуя, блядь. Я как раз я лазу. Тебе отдам. Я дверь, нахуй, покрашу, эту металлическую, блядь. А то ко мне приходят, некоторые говорят, у тебя дверь как в камеру, нахуй, блядь. Она будет, она розовая, что хочешь, розовая. Да мне, а мне похуй. Ну, чтобы вы понимали, у нас вот так вот всегда. Зато будет выделяться, да? И дверь покрашу, и стояк покрашу, нахуй, ебаный урод, блядь. Будет половина белого, половина розового, хуй с ней, ёб. Согласен. Блядь, а жарко стало, нахуй. Так, ну все, ребята, Санек, в общем, готов, сел. Готов, да? Готов. Я уже в парикмахерской, блядь. Вот рядом стоит мой парикмахер, блядь. Лично, тебе надо очки снимать только, Санек. Да, конечно. Так, ребята, берем скотч. Сейчас мы Саньку чуть голову обмотаем. Все, подожди. Чтобы не испачкался вот, он. Вот, вытру, блядь. Да хули я держу. У тебя волосы как будто как шевелюра какие-то. А потому что я, блядь, все постричься хочу, нахуй, и никак все не постригусь, блядь. Ебать, ты волосы вверх, Саня, мы же их красить будем, да, да, вот так. Чтобы я мог это, все волосы вверх. Ну что, давай, парикмахер, блядь. Давай, давай, еще. Еще, наверное, на раз, блядь.
Нормалюк. Заебись. Так, ну все, да? А тебе вот это осталось, блядь? Чего? Который одевал. Синяя вот эта кепка, нахуй. Это не кепка, вот эта хуйня. А, вот нет. Она тебе не нужна. Мне еще есть покрасить. Если в ней дырку, да, нет, не осталось, Сань. Не осталось. Есть ацетон, чтобы голову отмыть. Да ладно, если ты говоришь, значит ты пиздишь, блядь, что она водой отмывается. Не, да? Мне сказал водой, но я так-то хуй знает, как водой. Он как бы сказал водой. Ну я думаю, так, в общем, вот такая, ребята, краска. Так, смотри, какой цвет. Да мне между пизды какой цвет, да, блядь. Ну все, и все, ребят, приступаем. Готов? Так, только Саня, не лей нахуй, ёпта. Только не рыпайся, чтобы я сделал все аккуратно. Ну, я уже, блядь, никуда мне. Так, сейчас, подожди, перчатки одену. О, погнали. Блин, Сань, только аккуратно, чтобы не капало ничего, блядь. Тут джинсы мне будут ходить вообще даже не в чем надо. Прям по чуть-чуть нафиг, блин, Маш. О, пиздец. Слышь, блядь, таким клоуном стану. Блядь, машинка-то хуй возьмешь потом, блядь. Виски, в принципе, не обязательно, блядь. А то на уши нахуй захуярится. Он вверх хуярь, блядь. Ой, ты там уже рос, блядь. Смотри, камеру не проглоти, блядь. Толстые слови не надо, а то, блядь, будем ждать, пока еще высохнет, блядь. Еще, блядь, до вечера, нахуй, ебаный рот. Посмотрим, блядь, как она водой, блядь, мне чуть-чуть отмоется, блядь. Блядь, ржет, зараза, блядь. Ты же говоришь, ты нался будешь, какая тебе хуй разница? Я думаю, вряд ли она водой отмоется. Не, он сказал, она водой отмоется, если сразу смывать. А если засохнет, то ацетоном. Мялся, блядь, машинка, я не посоргусь, я говорю, толстый слой-то нихуя, ёпта. Нет, я, чтобы нормально прокрасил, все, четко все делал. Четко делает он, блядь, слышишь, блядь. Парикмахер, блядь, ёпта. Блять, и как я сейчас без блоки даже, блядь, когда вы если вы поеду. Заид-то, блядь, я один хуй не буду. Виски, говорю, нихуя, ребята. И слишком низко тоже нихуя, а то шею, блядь, заебенишь, блядь. Сейчас плохо задел. Молодец, блядь. Ну что мотал, что не мотал. Один хуй по ушам заебенил, блядь. Буду как розовый поросенок, блядь. С рыжими усами, нахуй, блядь. Ты не смотришь, что там краски так дохуя, блядь. Будешь нахуй сейчас такой слой заебенишь, блядь. Там не только машинка, нахуй, блядь. В газонокосилку хуй возьми, блядь. Слёни вытри, ёпта. Так, чуть-чуть попало, надо вытереть, Санёк. Блять, всё-таки не попало, ёпта, блядь. Давай вытру, аккуратненько. Чем? Ты сейчас разотрёшь, чтобы... Не, не. Блять, всё, заебись, нахуй. Нормально. Всё, хорош, нахуй. Давай. Нет, вытри. Подожди, мы сейчас ацетоном отмоем. Так, подожди, вот и всё уже, покрасил. Сейчас схватится. В принципе... Не, так даже гулять можно, в принципе. Да, ёпта. По психушке, нахуй. Сопровождатым. Так, ну, отклеивай скотч. Куда, пускай высохнет, блядь, чуть-чуть. Я тебе сверху чуть-чуть ух покрасил. Я уже чувствовал, блядь, ёпты. Я вот не пойму, у тебя здесь шевелюра такая прокрашена, она или нет. Блядь, майка-то нахуя. Не, майка там нормально, там просто... Просто так чуть тоже обосрал, нахуй, а так что заебись, блядь. Так, ну, сейчас мы пригладим все это дело. Вот так вот. Не, ну хоть пахнуть волосы не будут, ёпты.
Они меня все-таки так не пахли, блядь. Бля, Саня, честно, я отмывать будешь, ну ладно. Здесь-то не надо, сейчас лоб нахуй нахуй. Нет, я пригаживаю. Бля, Саня, ты хуя. Тебе придется бы обнался под яичко, я тебе говорю. Ну, в принципе, ты так и хотел, да? Да, особенно под яичко, блядь. Ну все. Все хорош, все. То я чувствую, ты уже лоб пошел красить, блядь. Сейчас и брови захуяешь. Ну что, ты сейчас будешь ждать, как она это? Ну, минут 10 хотя бы надо подождать, блядь. Сейчас прихватится она, да, согласен. Ну все, ребята. Санек покрашен. Все, поехали на 8 марта, нахуй, ёпта. Не, ну смотри, вот еще раз. Мы покрасили тебе волосы? Покрасили. Результат есть. Я пока еще не вижу зеркала, нахуй, ёпта. Я чувствую, что есть, блядь. Ну вот. Нормально. Все ищут краску, там по магазинам, по косметическим ездят. Мы встаем. Я, блядь. Вон, девушке всем говорю. Любой цвет, блядь, выбирайте, если краску. Так, блядь, ебаный рот. Отклеивается нахуй. Да. Если краску не находите под своего цвета, прям заезжайте нафиг, блядь, в строительный магазин, блядь. Вам там подберут нафиг, блядь. Под цвет бровей, блядь, блядь. Согласен, Саня, согласен. Ну, мне кажется, можно отклеивать, ничего уже не будет. Ну, смотри, аккуратно тут. Ой, блядь. Ай, блядь, ебаный рот. Ай, ты, ебаный рот, ух, оторвет, нахуй, блядь. Нихуя он прилипает, блядь. Нормально, нормально. Нет, ну мы даже не, вот ты как просил вот не испачкать, я тебя даже не испачкал. Вот здесь мы, уши, не, вот здесь мы сейчас чуть помотмоем, сейчас ацетончик у меня есть. Уши, край ушей, но это хуйня. Да ты руками. Что ты делаешь, ёпта, блядь? Пиздец, блядь. Это хуйня, взял ухо вообще, закрасился нахуй, ёпта. Я хотел это, смотреть. Я чувствовал, как это хотел, блядь. Размазал по уху все нахуй, ёпта, блядь. Не, вообще красава, все, вообще заебись. Блядь, еще. Убери свои перчатки эти нахрен. Блядь, пиздец. Нихуя намасленный, блядь. Ну это будет на яичке, да ёпта. На яичке, блядь. На чем? На бычьем, нахуй, я буду. Ну что, пока выключай. А ты когда планил бриться, ну, на лысо бриться-то? Через месяц, ёпта, блядь. Пока не сами выпадут на лысо вместе с краской, блядь. Пиздец, блядь, когда нахуй, блядь. Ты чё... Пока, блядь, всем, блядь, в городе не покажу нахуй себя, блядь, ёпта. Не, нормально, вот, блядь, я вот на то и говорю, что я косметолог, нахуй. Тебе нравится, да? Присаживайся, давай, блядь, на тебе заебись. Не, заебись, Сань, нормально. Так, ну давай, смотрись. Оценим, блядь. Ой, ебать ты в рот. Я промолчу даже, блядь. Блядь, такое ощущение, как будто я колготку какую-то одел на голову, блядь. А мы вот здесь снизу не докрасил, Санёк. Нормально там все. Нормально, да? Конечно. Да, так, ребята, в общем, пока сидим, и пока я ем мороженку свою, да. В общем, рубрика «Вопросы». Пока вот Сашка есть мороженое, я сейчас допиваю пиво, и ждем, пока у меня башка до конца кожу стянет, блядь, в пучок, нахуй, ебаный в рот, блядь. Так, в общем, ребята, рубрика «Вопросы». Может быть, многим интересно и так далее. Так, Саня, первый вопрос. Расскажи... Как мы с тобой познакомились, как ты вообще начал у меня сниматься, потому что многим, я думаю, это интересно, многие задают такие вопросы. Вот просто вот как вот ты попал вот на мой канал? Нет, как вот ты попал на мой канал, как ты вот стал, ну, стал актером и так далее? Ну, помните, наверное, кто с самого начала смотрит нас, такого Игоря, как его там, блядь? Грязный Гарри. Это Грязный Гарри, блядь. Вот он меня познакомил, вот Саша, блядь. Я вот так потом... А как он тебя познакомил? Он как-то уже у меня определенное время снимался, да? И, да, он и тебе предложил. Да, он какое-то время снимался, и потом мы вот пришли в Березки вместе с ним. Он мне просто говорил, что есть какой-то актер. Актер, блядь. Не, он мне говорил, что готов на все, нахуй. Ну ты прям так говоришь, блядь, на все. Ни один человек на все не готов, блядь, епта. На все, блядь. На все готов, это, блядь, под машину, нахуй, блядь, тоже не. Не, ну это понятно. А как ты с ним познакомился, с Игорьком-то? Вообще-то в моем подъезде, блядь, жил. Вот, блядь, мы давно еще, блядь, знали друг друга, нахуй. Он еще, блядь, пиздюком бегал, нахуй. Он, блядь, моложе же меня, блядь. Понятно. Раньше он тусовался с этим. Раньше они возле Райпова тусовались, вот где курс. Я знаю.
Он тебе не рассказывал, как мы с ним познакомились, не? А я что-то и не спрашивал, блядь. Не, не рассказывал. Я как-то и не спрашивал. Понятно все. Ну давай, Ран, второй вопрос. Давай. Тебе нравится в моих роликах сниматься, Санек? Ну только без пиздеша, вот честно, отвечай. Блять, ну если мне не нравилось, я бы не снимался нихуя, ёпты. Ну согласен. Вот и ответ. Конечно же, ребята, Санек за конкурсы получает деньги, так как вы вот выходите на работу, да, получаете какую-то денежку. Так вот Санек за съемки тоже получает денег, потому что как бы, ну получается по факту он тоже работает, он тоже дарит вам настроение смешное, потому что, ну, вот так вот покраситься краской, я думаю, не каждый сможет. И... А мы вот такое делаем, плюс Сайку нравится еще. Мне понравилось бы, если, блядь, половина хотя бы отмылась бы, нахуй, ебаный в рот, блядь. Понятно. Расскажи чуть-чуть про Олесю. А что мне про нее рассказывать? Как вот ты с ней познакомился, как вот, вообще вот, как вот тебя с ней судьба свела? Вот так вот. Как сводит судьбы на. Подруга там ее, блядь, девушка, блядь. Ну, там такая она, блядь, чуть даже постарше меня, нахуй. Кстати, самому интересно, ну-ка. Я что-то не помню, уже как-то с ней познакомился. Ко мне ее привела нахер, блядь. И сказала, блядь, можно пускай она у тебя пару дней поживет, нахуй. Она пришла у нее, блядь, синячок такой под глазом, такая стоит все, блядь. Маленькая, блядь, то еще девочка, блядь. Она тебе сразу понравилась или как? Ну не сразу, конечно. Потом, блядь, со временем как-то. И сколько она у тебя прожила? Ну, привела, блядь, она на 2 дня ее, блядь, а прожила у меня 4 года, нахуй. 4 года мы с ней. А как вы с ней встречаться начали? Как понять, как? Я тебе только что сказал, блядь. Ёбаный рот, как, блядь? Нет, ну через сколько? Ну вы же, она у тебя просто же ночевала, вы же не просто общались как друзья, а потом как вот вы начали там с ней любить друг друга и так далее? Любить друг друга? Любить друг друга мы начали на 3-й день, мы друг друга любили. На 3-й день? Да, она поначалу уже на следующий день, блядь, ко мне, блядь, приставала сама, нахуй, блядь. Сама? Давай, 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 давай. Я такой, да ну тебе нафиг, блядь, хрен его знает, блядь, какая она там есть, блядь, ёпта, больная, не больная, блядь. А она к тебе сама приставать начала? У нее еще, блядь, волосы, блин, местами были, блядь, кто-то выдернул ей, нахуй, и такие, блядь, проплешь. Проплешь, я думал, ебать ты в рот, блядь, чем можешь там подхватить что еще, нахуй, ты думал, вши, нахуй, да? Пизду, блядь. Понятно. Ну и получается, на 4 года ты с ней остался, да? Ну да. Она же 4 года жила? Ну да, ну, я это время не считаю, блядь. Погоди. Когда она там убегала от меня, там, блядь. А как Женя появился? Чё, как? Ну как появился? Как она с ним стала гулять потом? Блять. Поначалу, блин, в гости приходили, блядь. Женя? Да. Потому что там по соседству там Таня живет. Мы вот у ней там тоже тусовали. Так, а он в гости к тебе приходил, приходил и увел, нахуй. Ну, типа того. В смысле, типа того? Не он приходил, мы приходили. К Жене? Да. Так. Ну и что так? Но потом мне, блядь, это, блядь, и с работы что-то все хуево получилось, блядь. Это. Ну рассказывай, рассказывай, что с работы путь? На работу не ходил? Ну, блядь, ну как не ходил, блядь? Забухал. Уволили, ёпта. Ну сначала я так сильно не бухал, бухать я начал, когда вот уже с Олесей полностью, блядь, разошелся, нахуй. А у тебя любовь была к ней? Ну, что-то типа того. Ну это потом уже, со временем все приходит, блядь, пришло. Ну а сейчас уже как-то... Уже все отлегло, нахуй. Ну это сейчас-то понятно. Не, ну просто мне интересно, как вот она. В какой момент она просто ушла, взяла и ушла от тебя, Женя. Блять, ты мне такие вещи знаешь, кого-то я что-то помню. Какой момент, блядь? Она сначала, блядь, из квартиры исчезала, нахуй, блядь. На 2 дня, блядь. И, блядь, это, блин, выговоры и там делал. Ну ты ей спрашивал, куда уходишь-то? Она за время говорила. У подруги ночевала, ёпты. Она так чай же не пиздит. У подруги нахуй ночевала, блядь, да. 2 дня потом, блядь, уже на неделю стал пропадать, нахуй, ёпты. Ну и так все, блядь, больше. А как ты узнал, когда она у Жени очутилась? Да, блядь, я не знаю, как узнал, блядь. Как так, блядь, получилось, само собой, блядь. А сейчас мы ничего нормальное, отношения у нас с Женей, блядь.
Олесь тоже так не надо, приходит ко мне переночевать. Ну, мы только ночуем, так, и все. Ну что, ребята, мы, короче, здесь сидим уже где-то минут 20 точно, где-то около полчаса. Вот я вот щупаю голову, у меня она, блядь, за вся засохла, как шлем строительный, нахуй, стал, блядь, ебаный в рот, блядь. Так вот у меня вот и поменял, типа, имидж, нахуй, блядь, ебаный в рот. У меня теперь я какой стал, был черный, стал хуй знает какой, нахуй, еще толком в зеркало себя не видел, блядь. Вот сейчас, блин, поедем. Ты свободно прям так рукой трогаешь, а ну-ка. Как шлем, говорю. Кстати, в натуре. Вот здесь в натуре. Вот здесь, ребята, в натуре. Вот, смотрите. О, чё. Ну, там еще внутри краска есть. Особенно, да. Вот да, но ты не трогай, пускай до конца засыхает. Я так же потихоньку. Так, ну все, ребята, в общем, так, Санек, скажи, тебе понравилось? Нормально. Ты поменял цвет волос? Конечно. А? Место хорошее, блядь. Я вот тебе по секрету хочу сказать, ты хуй отмоешь их. Я знаю, ёпта, я уже понял, блядь. Все по секрету. Ну ладно, наждачка, ёпта, есть, нахуй. Как будто я не знаю, блядь, что ты, блядь, напиздел опять нахуй, блядь. Водой это отмывается, да, хуем, ёпта. Не, водой это отмывается, когда она, ну, не высохла. А так, пока это, она... Ацетон, нахуй, спирт. Спирт, нихуя себе спирт. Ну, если только вот этот, нахуй, который тебе бы, блядь, пузырьки попробовать, тим, блядь. Да ты его выпьешь, нахуй, спирт. Ты что, охуел совсем, что ли, блядь? Чё, блядь? Так, блядь. Желудок, блядь, пиздец уже. Траванусь вообще, нахуй, блядь, желудок выплюну, блин. Выпьешь, блядь. Ну ладно, сейчас придешь, на ножиком, нахуй, идешь. Да. Вместе со скальпелем, блядь. Не ссы.